Готовьтесь к бою. К бою, готовимся. Итак, изображаем Райзи, чемпиона. Раунд начнется через... Три. Две. Две. Одну. Раунд один. Я на гвоздомете, он на ракете, он бежит на мингу, я на красный. Он пытается... Идет за шафтом. Сейчас мне нужно убить его. Теперь он появляется на ракете. Я бегу полет. Он прорывается на шаф, забрал шаф. Теперь я делаю респаун, захожу в телепорт, он тут. Он появится. Нету. Он, значит, появился на ракете. Это было убийство в воздухе. Играем дальше, изображаем Райзи. Готовьтесь к бою. Найс. Ну это же... Это Райзи так играет. Конечно, найс. Три. Две. Одну. Я появляюсь здесь, он на Рейлгане. Он заходит в телепорт, забрал красный. Следующий, 37. Даю 3 секунды, он появляется на ракете. Он появился на ракете. Бежит на ракету, сейчас смотрите, счета. Сейчас появится картинка. Опа! И добиваем на аптеках на этих. Так, делаем мульту. Бежим на гвоздомет и убиваем его на гвоздомете. Ну, не убиваем, простите. Это он сам себя убил. Вот так Райзи комментирует. Готовьтесь к бою. Продолжаем. Это единственное раунд начнется через комментаторство, как Райзи. Одну. Дальше, конечно же, он на Рейлгане. Он не попал, он прыгает на красный. Подшафчиваем его чуть-чуть. Сейчас прыгнет на шафте. Пульту юзаем. И вот тут убиваем его. Он забирает желтый. Бежит на аптечке. Сейчас он появляется на ракете. Я ему попадаю в Рейлган. Он справа. Я захожу в телепорт, бегу на гвоздомет, он там. Как я это делаю? Ебать. Победа. Вот так играет Райзи, а? На этом комментатор закончено. Больше не будем комментировать.